Существует такая легенда о магазине игрушек, которые оживают и превращаются в кровожадных монстров. Шучу. Ну какой из тебя монстр? Добро пожаловать в мой магазин. А что это такое? Это особенные фарфоровые игрушки. А что в них такого особенного? Просыпайся, народ! Весь день в одной позе, у меня половина тела затекла. Вторая половина тоже. Доброе утро. Привет! Меня зовут Натан. А вы когда-нибудь выходили из магазина? После вас. Как же здесь красиво! У нас гости. Взять их! Будь осторожен. Я должен спасти ее. Ох, идиоты, не могут поймать фарфоровую фигурку. Привести их ко мне! Я не знаю, чем закончится наше приключение, но я рад, что оно началось. Тайна магазина игрушек. Ты когда-нибудь видел такое?